Доброе утро, ребята. Всем доброе утречко. Тройные. У нас сегодня 6 бутербродов. Альма, не тебе, это все нам. Просто хлеб такой узенький, знаешь, такой узкий батон-то. Я решила по 2 сделать. Че мелочиться, знаешь, где один, ну, там да. И 2. 6 бутиков у нас на троих. Морская капуста. Я, кстати, попробовала, очень вкусная. Классная попалась. И есть конфетки, и чаи у нас разные. У Сергея просто черный этот Гринфилд. У меня ягодно-малиновый. А у Лены этот мохито, мохито лайм, зеленый чай. Вот так вот начинается наш запах. Запах такой. Они, да, разные, да? Да, разные. Ягоды смешались. И мохито, и мята, и все на свете. У нас начались каникулы в разных городах, в других городах как-то по-разному. У кого-то карантин, у кого-то каникулы. У кого-то... А у нас каникулы. Да, кто-то писал неделю раньше, у кого-то каникулы были, а у нас сейчас. Вот, ровно неделю каникулов, так что Лена Сергеевна будет отдохнет отдыхать. Недельку. Да, молодец. Ну все, приступаем кушать. Лена! А мы, ребятки, сегодня разделились. Мамка пошла в банк, а я по пути ее захвачу и подъедем до магазина. Еще раз тачка. Но мы уже не будем смотреть, попробуем просто. Где удобно, какая, вернее, какая тачка будет удобнее, то и возьмем. Ребятки, все, мы выехали сегодня поздно, потому что было много дел. В банк ходила, в очереди, ой, простояла, в этой маске нема чем дыхать. Сейчас заедем в магазин и все, едем на деревню, на хату. Да ё-моё с этой маской. Вчера в АТБ захожу, маску одеваю и такая пиу, это оторвалось. Хорошо я в шапке была, зацепила за ухо и шапкой прижала это и все. Ой, не в АТБ, а в сельпо вчера ходила. Не встать. Вот здесь. Не могу говорить. Маска новая, она колом стоит. Моя прошлая мягенькая была, уже знаешь такая. А это стоит. 1115. Пошли на склад за тачкой. Сейчас приедем. Да? Не приходил еще, да? Нет. Ребятки, посмотрите, что мы взяли. Сейчас я покажу. Сиденье опущу. Так. Вот, что мы взяли. Вон, мать держит запчасти. Вот это будет тебя защищать, мать. Не, не будет. А я чё? Пошутил. Ну, он так поцарапается. А сюда корыто ты хочешь, да? Да. Давай, до свидания. Маленькая машина. Короче, ребята, я знаю, что многие нам советовали с одним колесом. Но мы сейчас покрутили, блин. Она неустойчивая. Надо будет, когда нам что-то маленькое, маневренное. Мы потом купим. Я, короче, блин, это маска. Мы поняли одно, что в хозяйстве надо две тачки. Ну да. Поэтому потом будут денежки, мы другую возьмем, если что-то и все. А два колеса, она тоже классная. Я их провожу вот так. Колеса так, большие такие. Чтобы она не билась. Все, пойдем, да? Сюда. Погнали. Погнали. Мать сегодня помыла голову. Освежилась. Только они все магнитятся, я пересушила феном. Этот. У нас не бывает такого, чтобы был целый день, чтобы мы могли целый день с утра до вечера посвятить, там, наводить марафеты, делать дела в деревне. Все равно получается с полдня. Вот сейчас время уже далеко за обед. Сабанаки. Вот это черное, да, красивое, да? Это что это? На овчарку, девочка, на овчарку похоже. Или мужичок, непонятно. О, тут тоже дорога есть, машина едет. Вон. Так, куда она выходит? Не знаю. Машина едет. Можно будет попробовать ею. Интересно. Может, это и есть объезд. Мы уже почти приехали. Сейчас Жукович будет встречать, и Костик выйдет. Мне нравится, что Костик, да? Так, когда мы целый день там, его нет, он покушал и ушел. А именно вот приезжаем, и он такой тоже бежит встречать, как настоящая собанака. Жуковский, привет!
И Костик уже здесь. Ты как успел? Он бежит, наверное, бегом. Бегом просто бежит. Встречать. А сейчас я не могу вот эту штуку открывать. Отец, помогите кто-нибудь. Не могу. Зараза. Открыла. Привет. Привет, мой товарищ. Привет. Привет, Костик. Костик, привет. Да подожди, сейчас отпущу, боже. Сейчас отпущу. Мы привыкли просто как ванну вот эту таскать. Ой, ну, посмотри, как так, так и будем. Слушай, как хорошо. В машину можно заносить. Подожди, я дверь толкну, подожди. Костик, ты ушел? Опа. Пошли. Жук, привет. Жучара, ты опять кресло кромсал тут. Посмотри, что понаделал он там. Останови. Посмотри, что понаделал. Нельзя. Вот это что такое? Он его рвет. Нельзя. Посмотри, он его вообще с места сдвинул. Порвал. Ты что сделал со своим местом вот это вот, а? Я в шоке. Нельзя. Так. Красота красотой, а шапку надо надевать. Дуже холодно. Сейчас, эй, сейчас, наверное, будет дождь. Небо вон затягивает, прям тучи и ветрище поднимается. Так, ребята, разбираем сумки. Дома нашли, кстати, такую штуку. Патрон-то мы на море с собой брали. Патрон и в розетку включается. Что тут пригодится где-нибудь. У меня сегодня что-то сонное состояние. Я не могу никак в себя прийти. И это, голова болит. Что-то сегодня, мать, не в дубке. Как-то. Так. Немножко дыма напустили, проветриваем. Сейчас сразу животных покормлю. И Сергей будет скручивать тележку. Тачку. Телега. Садово. Мы взяли, ребята, усиленную взяли. Она считается строительная тележка. Нам понравилось то, что она усиленная. Так, еще косточку ему привезла. Потом, да. Так, сначала кота кормим, а потом Жуковича. Спрашивали в комментариях, что это за сарай, ребята. Вот дом, вот эта летняя кухня, где мы, да, сейчас обитаем. И сюда вот прямо, вот это пластиковое окно. Вот сюда проходим, проходим. Потому что на видео не все могут понять, что к чему, да как. Вот сарайчик, тут куры были. Совсем вот недавно, еще 2 недели назад. А здесь была свинья. А тут я и кормлю Костика. Заходи, Костик. Вот. Жук, там остаешься. И тут кормлю, ребята. Да. О, все. Съел. Да, вчера у него такое пузо было полное. Полное пузо вообще. Понаедался. Нет, подожди, не нюхай, это камера. А мурчит. Мурчит-то как? Слушай, он хорошо эту кашу кушает. Молодец. О, проголодался. Что, на охоту сегодня не ходил? Да? Голодный. Голодный. Кушай, кушай. Никого не слушай. Так, все, Жуковскому и... Надо заниматься делами. Кстати, написали комментарии, ребята, что я прошла видео где-то... сказала, что мы дрова вот эти вот, которые вот тут в дровнике, хотим перенести в закрытый сарай под крышу. А мне одна зрительница написала, что Юля, дрова держат на улице для того, чтобы они проветривались. Если закрыть их в сарай, они могут там типа то ли загнить, то ли запреть, то ли что. Блин, я не знала этого. Не знаю, надо будет... подумать. То есть здесь специально они якобы для проветривания. Тут мы еще не убирали, видите, надо уборкой заниматься. Жук, я только одела постиранные штаны, а ты мне что наделал? А ты мне что наделал? Ты мне все их испачкал. Ёханый бабай. Жук, нельзя. Нельзя, говорю. Смотри, что ты со мной сделал. Я только со стирки привезла. Нельзя. Нельзя.
Ты жучара, ну как можно тебя ругать? Ну, с такими добрыми глазами смотришь на меня. Сейчас пойду кашу тебе нести. О, вчерашнюю доел. Короче, я не знаю, что делать тут с креслом, с этим. Хотели ему как лучше, трон сделали, да? А он, видите, что делает? Он выгрызает, разгрызает. И постоянно вокруг двора, по двору, вернее, вот это вот штуки. Не знаю, что с креслом. Вообще его убрать, а куда? Как-то это, сжечь? Не знаю. Иди кушай. Иди ешь. Скорей. Ой, вкусненько. Сабанаки. Что, ребята, будем собирать ее. Эту тачку. О, а где железяки, мать? А там на колодце. А, сейчас я принесу. Они не смазанные колеса изначально, да? А что, они тут должны быть смазанные, да? Угу. Надеваешь их, они должны в смазке быть. Видишь? Вот. Угу. Какая фигня. Вот они крутятся, они должны по смазке крутиться. Ну, понятно. Но у меня есть масло. А для коробки. А вообще надо что-то типа солидола, да? Ну да. Ну, да, солидола у нас сейчас тут нет. Нальем. Ну не нальем как-то мы. Ну пойдем на улицу. Мне ж надо еще зрителя с собой. Видите, я сегодня вообще, я пасмурно какая-то устала. Что-то у меня сегодня мозг не соображает. Это ж надо зрителя поставить. Понимаешь? Вот так вот. Колеса тут. Да. Маленько, так, какую-то взять бы. Чистую тряпочку. А, или вот это, о. Тряпочка у меня есть. Не надо. Я привезла. Я как раз то, что надо. Да. А мне кажется, надо вовнутрь лить. Тут как раз есть упорчик, вон, видишь, в конце, оно там останется. И вовнутрь тоже. А. Мы сейчас отовсюду намажем. Видишь, какое масло. Матюль, ребята, не кое-какое. Это фирма. Да. Ну, пока им, а там, ой, аккуратно. А там дальше посмотрим. Течет уже. И хорош, хорош. Сейчас все колесо будет в жиру. Не будет нормально, мать. Смазка это нормально. Покрути теперь вот так вот его. Сейчас, погоди. Пальцем? Ну да, конечно. Я же должен быть уверен. Вот. Так. С этой стороной. Стоит. Вот так вот. Ну да, пока так. И давай. С этим такая же процедура. Я сегодня в магазине посмотрела по ценам на краску. Ну, краска такая не дешевая. Ну, чуть позже денежки будем, начнем краску покупать, где-то что-то подкрашивать. И купить краску, ждать тепла. Потому что вот сейчас, например, заниматься краской на улице, ну, вот реально холодно. Я на себя одела двое штанов, два свитера. Ну, это с учетом тельняшки Сергея. Он мне ее дал потаскать, короче. Я тебе подарил ее, мать. Можешь это сказать, да. А, спасибо. Еще он до конца не дошел. Ай, я как, ты слышал? Я как курица. Да. Дело. И сюда вот шплинтуешь, мать. То есть она. И все. Все? Так она вылетит. А, загнуть надо чуть-чуть, да? Да. Этот самый. Так они без, без подшипников, просто на втулках, да, таких, да? Да, да. А это плохо или хорошо? Ну, на подшипниках лучше, конечно. Да. Вот не будет она мешать. Дальше загнуть. Не знаю.
Ну потом солидол надо будет сюда нафигачить. Да. Внутрь вообще колеса. Да. Вот так вот. И на той стороне. У меня уже руки грязные. Шайб не нашло, сюда бы еще шайбу да, подложить. Да, мы хотели подложить. У них там в магазине нет такого с таким, диаметра. Да. Тут на 18, а у них самое большое на 12. Ну, потом солидол купим, да, сделаем. Ну да. Их еще подкачивать надо. Да, это элементарно, мать. Перебрались сюда, подальше от холода. Что там? Оно просто на этих держится. Без шайб, да? Ну да. Без шайбочек. А если попробовать шайбу подложить? Хорошо. Это вроде лучше. С шайбами, да? Мне да. тоже кажется, с шайбами лучше. Она не будет рвать их. Ну да. Мало купили тогда, да? Да. Надо было больше покупать. Угу. Так, ладно, давай. А он не хотел собирать в магазине, да? Собирать-то элементарно. Вообще. Четыре болта, и там еще пятый, и все. Это лень, блин, я как я понимаю. Ну, о, походи, а что мы? Одну не поставили, блин, закручиваем. О, немножко, да, вот мы тупанули. Тупанули. Достаточно и так. Сейчас. Сейчас закрутим. Угу. О, как это я сдвинул так. Ой, тихо. Потому что первый раз собираем, потому что уставшие. Да нет, я это затянул, что открутить. Затянул, да? А мне послышать, как я так тупанул? Я же объясняю. Ну, тупанул тоже, да. Есть такое. Сейчас надо на одну вначале, чтобы она никуда не девалась. Не убежала. Фирма Палисад. Палисад. Смотри, не крутится он там? Нет. А потом пойдем колесик. Колесики качать. Ну да. Возле машины. У нас от аккумулятора. Этот крутится, мам, пальцем придержи просто. Да. А не зря мы эти шайбы, не? А? Не зря мы шайбы эти надели? Нет, не зря. Не зря, не зря. Она быстро разобьется в них. Видишь, так, давай посмотрим, как она стоит. Потом будем думать. Тут полы не стригнет. Ну, это уже ровнее стоит. Чем да, была. Чем та с витрины. Там на витрине, короче, была. Кривая. Не, она ровно стоит, мать. Да? Да. Тут да. еще просто полы. Так а что полы? Там на любом еще? Полу стоял. Тут еще не прикрутили вон. А. Сейчас прикрутим. Ну, проблема. Тачка, тележка. Правда, она собирается элементарно. Ну да, да. Короче, ребята, взяли все-таки двухколесную, потому что вы же знаете Юлю, и Сергей тоже меня знает, да. Что мне захочется ее тягать. Чтобы легче тебе было тягать. Крутится. Надо отверткой подержать. Вон она, мам, вон та, вон. А. Давай ее мне. А я подержу просто. Сейчас. Все. Какой крутишь, говори. Давай вот это. А подожди, я же не старая. Давай. Затянем, затянем. Что тоже не крутится. Давай, давай, нижний. Не ставила. Крути. Хорош. Вот так вот. Крути. Thank you.
после работы на Белазе, дайте, поначалу срывался подряд, блин. На маленькую машину. Какой транспорт? А ты, может, и меня повезешь на ней. Ну да. А сколько, до какой поры их докачивать надо? Не знаю. Ну, прикольная тачка. Прикольная тачка. Классно. Колеса в масле. Да какой, сколько атмосфер качать? Сколько ты накачал его? Одна атмосфера. Нормально. Не, нормально. Нормально. Докручиваешь, и то так же. Если пригрузить, я думаю, маловато будет. Да, посмотрим. Да? Ну да. Ну, подходи, я не давлю. Да не, нормально. Нормально вроде. Да. Сейчас мама сядет и посмотрим. Мама сядет и колеса лопнут. Так, все, это есть. Вот, тут даже наварены такие подкладки вот есть, чтобы ставить. Ну, предыдущая болталась, я уже говорил, да? Еще раз повторяю. Это ровно стоит, а та болталась. То есть одна дуга была короче другой. Ну, выгнутая или что там. Ну, которая на витрине там стоит. У нас со склада взяли. А оно может стрельнуть? Может, если закачать конкретно. Да? Ну вот уж я и боюсь подходить. Ну, не одна же атмосфера стрельна. Не знаю. Все. А ну, это все. Наклейка не сдирается. Со временем она отдерется, наверное. Ну, давай попробуем. Сейчас, подожди. Нет, она полностью не сдирается. Ладно. То водой можно будет ее. Теперь я в капкане. Теперь. Что? Можно садиться, честно? Ну, тут еще кривое это. Асфальт. Ну сядь. Да ну, ты что, серьезно? Не-не-не. Сейчас сяду и все, и тачки хана. Да пойдет. Все, собирай, все. Ну-ка, как оно? Прикольно? Да. Потягай. Ну что, классно? А? Классно? Мама приехала с тачкой. Ребята, прикольно. А переворачивать ее вот так вот. Раз. Высыпал, надо опа! И поставил. Классно. Прикольная тачка. Я довольна. Жукевич провожает. Ну как, мать? Ну мы этот забор уберем. Да. А так она четко проходит, да? Ага. Забор просто убрать. И там везде, в каждую калитку проходит. Смотри. Вот эту калитку просто можно чуть... Ну она и так проходит, но она не до конца открыта, там земля мешает. Угу. Ну и то она проходит, видишь? Угу. И туда проходит, да? Ну, да, там доски надо будет по... убрать. Угу. И то она проезжает. Вот отсюда убрать и тележкой тут проезжать. Ну, все. Туда, да? Да. Ну вот это раскидать немного. Это сюда. А эти. Вот это а вот мешает. Надо вот она мешает. Я уже проехала. Ух, ну-ка собаку.
Ее не было. Ну да. Собака. Ты чего? Пойдет. Пока. Да. Там он эти камни надо будет убрать. Вот эти вот. Угу. Вот так вот пристыковались. Вот так вот. Высыпали. И так. Апа! Поехали дальше. Эти... Что, нравится тебе, мать? Да, камушки берем. И погнали. Не, калитки у нас широкие, да? Да, классно. И поехали. Мать пошла. Не, прикольно. Прикольно. Мне нравится. Классная штука. Ну да, туда-сюда тебе катать, конечно, все. Как раз вот это все сгрузить. А перчаток не взяли, да? Да, надо это. Ну оставь ее здесь, мы потом. Дождь не пойдет? Загрузим. Или ей дождь ни почем. Ни почем, да. Это, скажи, как она? Оцинкованные. Да. Оцинкованный кузов. Пошли, друзья. Пошли. Пойдем, пойдем. Так, сейчас, ребятки, идем туда, в дальний сад. Я называю дальний сад. И будем тележкой убирать эти, обкатывать, короче, тележку, убирать те, что там валяется, то, что мы не доубирали. Вот цветочки вылазят, вылазят. Прям так с каждым днем они все больше и больше становятся. Молодцы, дружненько сходят. Блин, надо будет лука купить, посеять. Лучка, вот эти надо тоже, я порезала эти розы. Надо тоже их все поубирать. Короче, это все что будем собирать. А вот это вот нехилый наш шашлык, кстати. Это же фруктовые какие-то, ну, да? Да. Не нравятся мне эти розы. Да, колючие. Вообще. Руки колят, да. Я бы их вообще отсюда убрала. Аккуратно. Жук там бегает. Ого, ты полетел. Быстрее меня. Я что-то сегодня шконцепаю. Прикольно, да? Так, а где нам это поспалить? Скидываем все в одну кучу. И за вот эти, да. Все. Все здесь. Потом потихоньку отсюда будем таскать, да спаливать. Ну да, вот тут вот смотрю, полили. Видишь, вот. Здесь есть это, зола. А вот там, смотри, какая куча. Вот тут и полили. Так можешь сюда и сваливать. А потом полить надо, что же, аккуратно. Ну да. Бочку найти надо где-то. Железную. Да и так можно по чуть-чуть полить. Тут такое место для этого и есть. Ну, бочки нема. Ну, а это что такое стоит? Бидон. Ну, это маленький какой-то. Не, ну, пластмассовый. А, пластиковый, да? Да. Понятно. Ну да, бочки нема. Не, ну я просто смотрю, что тут и полили. Тут и надо устраивать кострище. Угу. Как раз в безветренную погоду. Ух, ты уже так задом, да? Набрала бабу. Тихо. Вписался. Калитку надо больше открыть, она будет проходить. Блин, а сегодня даже говорить не могу. Язык не шевелится. Что ты говоришь? Ты одним колесом цепляешься. Да, забор мешает. Прикольно. Вот такая аккуратненькая тележка.
Спасибо Ирочке большое. Ирочка, спасибо. За тележку, да, теперь да, мы... Теперь мы можем сюда грузить, угу, и вываливать. Раз и все. Да. Класс. И не надо таскать на горбу. Да, да. Теперь я просто за тобой хожу, получается. С этим, в руках с жезлом, просто хожу. Да. Ну, мне так скучно. Ну, следующее повезешь ты. Ясно. Мать хочет попробовать тележку вести. Слушай, ну конечно, это не корыто в руках нести. Да? Ну да. Только вот заборчик тут убрать надо. И будет вообще супер. Ну а так колеса четко по дорожке. Да, да. Да ничего страшного, если зацепишь одним колесом, да, по земле. Ну, плоский. Все, заезжай сюда. Это без камней мешает. Уберем потом. Ну как, нравится тебе? Да. Мне очень нравится. Вообще. Класс. Ирочка, спасибо еще раз. Спасибо большое. Вот эти вот каменючки. Чуть-чуть в сторону, да. Убрать. Тут, блин, острый. А вот он шевелится. Давай. Его бы вытащить. Ну, чтобы колесо мне этот самый. Не о, зацепить, да? Нормально. Пойдет. Вообще просто. Хотите, я могу и на одном колесе вот так вот. Понятно. Ребятки, у нас обеденный перекус. И кот сидит тут, бдит. А вдруг ему что-то перепадет. Хотя он кашу наелся, пуска у него полная. Опять у нас бутерброды, ребята. По два бутербродика с колбасой. И баклажаны домашние. Будем кушать вкусно. И немножко даже сладости сделаю. Не могу, в последнее время страдаю без сладостей. Конфетки тут и печеньки Мария. Вкусняши. Вкусняши. А то ли обед, то ли ужин, я не знаю. Обед. Обед будет. У нас обед, хотя люди ужинать садятся. У нас как всегда. Ок, косточка. Косточка тебе. Ой, все. И свет выключили. Понес косточку кушать. Все, ребята, мы уезжаем сегодня чуть раньше. Ну как чуть раньше, видите, потемнело. Потому что потемнело, уже тут ничего не этот самый, не поделаешь. Не хватает. Так, я все взяла, папка. А ты треногу взял вот эту? Да. Да, да, телефон, да, я взяла. Ты свой не вылаживал? Нет. Так. А гараж закрыл? Закрыл. Все. Костик. Пока-пока, ну уже снимать, ребята. Еще раз проверим. Да. Снимать нет смысла, бо темно. Так, а тут? А, и тут закрыл, да? Да, и тут закрыто все. Едем домой, потому что дома, блин, надо что-то и кушать приготовить. И все на свете. Все, пока. А, надо пристегнуть его сейчас еще. Да.